Хотя Босх принес нидерландскую живопись много новых тем, все же следует помнить, что более половины его картин написано на традиционные религиозные сюжеты – жития святых и Христа. Особенно часто он обращался к страстям. Как и следовало ожидать, значительная часть христологических композиций неуклонно следует тем стереотипам, которые к тому времени уже давно сложились в искусстве Северной Европы. Босх ничем не обогатил эту традицию, если не считать, конечно, особой напряженной экспрессивности в трактовке вполне канонических мотивов. Это относится и к его ранним работам «Поклонению волхов» и «Эссе Хом». В последней сцене несения креста Босх изобразил благоразумного разбойника, который исповедуется монаху или священнику. Ну и этот анахронизм был естественным следствием общей тенденции, присущей мастерам позднего средневековья. События священной истории переносились в современную обстановку. Некоторые произведения Босха свидетельствуют о хорошем знакомстве со школой ранних фламандцев. Так, например, его «Рождество» – оригинал утрачен, но существует хорошая копия, хранящаяся в Кёльне. И цикл «Страстей», о котором речь еще впереди, созданы под явным влиянием Хуго ван дер Босха. Немалое воздействие Дирка Боутса и его школы чувствуется в картине, заказанной Босху по обету и находящейся в Брюсселе. «Распятие со святыми и Донатором». При этом традиционно изображаемому на заднем плане Иерусалиму Босх придал уютный облик обычного нидерландского городка, вырисовывающегося в лиловато-серой пелене. Может быть, это его родной Хертогенбос. Довольно часто Босх, и для него это имеет принципиальное значение, раздвигает рамки евангельского сюжета ради того, чтобы создать более универсальный образ вечной борьбы между добром и злом. Эта тенденция была заметна еще в раннем произведении «Брак в Кане», где изображена таверна, облюбованная нечистой силой. Карл фон Мандер, описывая картину «Бегство в Египет», ныне утраченную, свидетельствует, что и там на дальнем плане возникала таверна или постоялый двор, заполненный демонами. И этот же мотив присутствует в одной из самых загадочных работ Босха, находящемся в Прагу триптихе «Поклонение волхвов». На внутренних створках запечатлены супруги-донаторы и их святые покровители – святой Петр и святая Агнеса. Судя по гербам, супруги принадлежали, соответственно, к роду Пранхорстов и Басюси, но имеющиеся о них сведения не помогли установить ни дату создания картины, ни имена ее заказчиков. На центральной части триптиха представлена сцена поклонения волхов. Многие детали композиции, включая полуразрушенный хлев и пышные одежды волхов, напоминают поклонение волхов из Филадельфии. Но этим сходство и ограничивается. Если в ранней версии младенец Иисус порывисто подавался вперед навстречу волхвам, то здесь он чинно восседает на коленях матери. Дева Мария обрела большую величавость облика и большую объемность, что объясняется влиянием картины Яна ван Эйка, «Мадонна канцлера Ролана», находящаяся в Лувре в Париже. Мария и Иисус находятся в стороне от остальных персонажей, отделены от них шестом, подпирающим крышу хлева, которая вызывает ассоциацию с балдахином, отчего эта группа напоминает храмовую скульптуру.
Волхвы приближаются к ним с торжественностью священнослужителей, отправляющих религиозное таинство. Роскошный красный плащ коленопреклоненного волхва контрастирует с черным одеянием Марии. Не вызывает сомнений, что Босх намеренно придает поклонению волхвов характер литургической службы. Об этом свидетельствуют дары, которые старший из восточных царей возлагает ногам Марии. Маленькая скульптурная группа изображает Авраама, собирающегося принести в жертву своего сына Исаака. Это предзнаменование жертвоприношения Христа на кресте. Нагрудник второго волхва украшен резным изображением еще одной сцены из Ветхого Завета – посещение царя Соломона царицей Савской. Третий, чернокожий волхв, держит в руке увенчанную орлом серебряную державу, на которой изображен Авенир, воздающий почести Давиду, а не тот эпизод, когда Давид принимает троих храбрых, как принято считать. В Библии бедных, популярном в то время иллюстрированном издании, оба эпизода предшествуют поклонению волхвов. За сценой внимательно наблюдают оборванные крестьяне, которые выглядывают справа из-за стены хлева, а чтобы лучше видеть, лезут на крышу и карабкаются на деревья. Пастухи увидели Иисуса в Сочельне, но на посвященных поклонению волхвов картинах 15 века они часто появляются в качестве зрителей. Босх нарушает традицию. Его крестьяне выказывают гораздо меньше богоговения, чем было принято изображать. Их шумное, бесцеремонное поведение контрастирует с величавым достоинством волхвов. И это важный нюанс. Пастухов, как правило, отождествляли с иудеями, отвергшими Христа, тогда как цари Востока, не иудеи, признали младенцы истинного Мессию. Самый загадочный персонаж – это человек, стоящий в дверях хлева позади волхов, полуобнаженный, на нем лишь рубашка и пурпурный плащ. С массивной короной на голове, с золотым браслетом на запястье, с прозрачным цилиндром, прикрывающим язву на лодыжке. Он смотрит на Иисуса с какой-то двусмысленной улыбкой, в то время как на лицах его спутников написана нескрываемая враждебность. Поскольку эти гротескные фигуры находятся внутри полуразвалившегося хлева, старинного символа синагоги, было принято считать, что это либо Ирод и его лазутчики, либо Антихрист со свитой. То и другое не слишком убедительно, хотя связь этого персонажа с силами зла несомненна. О ней свидетельствуют демоны, вытканные золотом на полотнище, свисающем у него между ног. Они же изображены на предмете, который полуобнаженный персонаж держит в левой руке. Причем, как ни странно, предмет этот не может быть ничем иным, кроме шлема второго волхва. Более того, фигурки демонов украшают и одеяние чернокожего царя и его слуги. Со всей очевидностью это говорит о языческом прошлом волхвов и о том, что до своего обращения ко Христу они занимались чародейством. Отзвуки этого средневекового поверья мы находим в Золотой легенде. В своей неопубликованной статье Шарль Сия высказал правдоподобное предположение относительно того, что этим таинственным персонажем, стоящим в дверном проеме, может оказаться иноплеменный маг и пророк Валаам, которому Бог повелел объявить: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова и восстает жезл от Израиля». Числа, глава 24, стих 17. Традиционно считалось, что это пророчество, относящееся к Вифлеемской звезде и к Рождеству Христа, побудило древних астрономов постоянно наблюдать за звездой, движение которой спустя столетия и заставило трех волхвов пуститься в путь.
Если это предположение верно, то стеклянный цилиндр, прикрывающий рану на ноге этого персонажа, может быть намеком на рану Валаама, о которой упоминается в Ветхом Завете, и его спутники – моавитянские послы, отправленные к нему и за ним царем Валааком. Но Валаам в поклонении волхов выступает не только предтечей волхов. У него здесь еще одна и более незавидная роль. Хотя он отказался выполнить просьбу Валаака и проклясть израильтян, впоследствии он все же вступил в сговор с моавитянами, чтобы склонить сынов Израилевых к отступлению от Господа, то есть к идолопоклонству. И в средние века его воспринимали не только как пророка, но и как ересиарха, основателя ложного вероучения. Потому-то художник и поместил его в полуразрушенный хлев, заброшенность которого подчеркивается изображениями высунувшейся из норки ящерицы и выглянувшей из гнезда совы. И, разумеется, не случайно его вычурная корона так напоминает венец на голове синего демона, аккомпанирующего любовником на вазу сена. Образом этого растлителя умов и лжепророка Босх еще раз напоминает нам о противостоянии христианской церкви и иудейской синагоги. Хлев вместе со своими обитателями кажется тем центром, откуда распространяется злоба и коварство, отравляющие едва ли не каждую пять величественного пейзажа, который предстает перед нами на заднем плане всех трех створок триптиха. На левой створке демоны осаждают полуразрушенный портал, где у костра сидит Иосиф. Вокруг него развалины дворца царя Давида, неподалеку от которых, как предполагается, Иисус появился на свет. Как и хлев, эти руины символизируют иудаизм, старую религию, разрушенную после пришествия христианства. За этими руинами в поле видны танцующие под звуки волынки крестьяне. Это уже знакомый нам образ плотского удовольствия. На правой створке изображены волки, нападающие на путников. За хлевом в центре, навстречу друг другу, как две противоборствующие армии, устремляются сторонники двух волхов. А воинство третьего только еще показывается из-за песчаных холмов. Кроме того, на пологих склонах можно различить заброшенную таверну и языческого идола. Даже от виднеющихся в отдалении голубовато-серых стен Иерусалима это изображение Святого Града, одно из самых запоминающихся в творчестве Босха, веет чем-то зловещим. Маленький крест на обочине нагренился, грозя вот-вот упасть. Сторожевые башни очень похожи на те, что высятся в дьявольском городе, созданном Босхом в триптихе «Искушение святого Антония», находящегося в Лиссабоне. Поклонение волхов на протяжении столетий ассоциировалась с литургией. Точно так же, как Иисус во плоти явился пастухам и волхвам, на причастии является он верующим в образе вина и хлеба. В филадельфийском поклонении волхов Босх изобразил на рукаве у чернокожего волхва ветхозаветный эпизод с манной небесной, явившийся предвестником Тайной Вечери. Здесь скрыт намек на таинство причастия и Евхаристии. Взаимосвязь причастия и богоявления яснее и непосредственнее выражена в мессе святого Григория, написанной на внешних створках триптиха из музея Прадо. Когда створки закрыты, становится видна картинка, выполненная целиком, за исключением фигур донаторов, в анахронно-коричневато-серой гамме. Заказчиками, очевидно, были отец и сын, но ни тот, ни другой не похожи на донатора, изображенного на левой внутренней створке.
Легенда о мессе святого Григория, рассказывающая о чуде Евхаристии, связывалась в эпоху позднего Средневековья с именем Папы Григория Великого. Однажды, когда он служил мессу, его причетник усомнился, что в гости в святых дарах действительно воплощены кровь и тело Христово. В ответ на горячую молитву папы, просившего дать какое-нибудь знамение, которое убедило бы маловера, на алтаре внезапно появился сам Иисус с орудиями страстей и показал 5 язв. Босх представляет это чудо в виде безмолвного духовного диалога между коленопреклоненным папой и Христом, восстающим из саркофага. Находящиеся у алтаря не замечают его, а причетник и 2 донатора хоть и не видят, но ощущают его присутствие. Вероятно, основные элементы композиции – фронтальное расположение алтаря, обширный, выступающий вперед саркофаг и большая арка позади него – были навеяны гравюрой, выполненной в 1480-е годы Израилем ван Макинемом. Понизив точку зрения и увеличив расстояние между Папой Римским и представшим ему видением, Босх сумел придать своей картине большую по сравнению с гравюрой монументальность. Кроме того, он заменил конкретные орудия страстей, символизирующими их евангельскими эпизодами, которые помещены в нижней части арки, тогда как верх ее венчает гора с распятием, которая является словно частью архитектурного интерьера церкви. Видение, представшее глазам Папы Григория, заполняет весь собор. Вместо сводов потолка над нами покрытое облаками ночное небо, откуда снисходит ангел, чтобы принять душу благоразумного разбойника. Но вместо казни его не раскаявшегося собрата Босх предпочел изобразить самоубийство Иуды Искариота. Его тело безжизненно свисает с ветки дерева, а душу уносит черный дьявол. Этой деталью Босх снова намекает на антагонизм христианства и иудаизма, напоминая, что страстям и Голгофе предшествовало предательство Иуды. В сравнении с поклонением волхвов Прадо, которая по своей композиционной сложности уступает только саду земных наслаждений и искушению святого Антония из Лиссабона, сцены страстей, написанные Босхом на склоне дней, разумеется, проще. Одна из этих работ, «Несение креста», находится в Мадриде, во дворце Реаль. Весь первый план занимает фигура Христа, согнувшегося под тяжестью креста, который престарелый Симон Киринеянин пытается приподнять, чтобы облегчить его ношу. Уродливые лица палачей, поднимаясь плавными ярусами, занимают весь левый край картины. В отдалении на руки апостола Иоанна оседает сраженная горем Мария. Насколько расплывчатой и повествовательна была ранняя композиция на эту же тему, настолько же лаконична и концентрирована эта картина, а устремленный прямо на нас взгляд Христа, будто не замечающего своих мучителей, придает ей черты вневременного религиозного образа. Пусть даже, как утверждают иные критики, Босх уравнял конкретных мучителей Христа со всем человечеством, но разве наша порочность не продолжает мучить его, даже после воскресения? И во времена Босха задумывались о вечных страстях, но все же во взгляде Иисуса, запечатленного на этой картине, читается не столько осуждение, сколько призыв. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мной». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Симон Киринеянин помог Иисусу нести его крест по приказу воинов.
но на протяжении многих веков благочестивые христиане делали это по собственной воле. Для подражания Христу надо было претерпевать страдания мира сего, так же терпеливо и смиренно, как Он переносил издевательства, бичевания, возложение тернового венца и крестные муки. Ибо, как неустанно твердили мистики и моралисты, страдания эти временны, приходящие, они очищают и укрепляют душу, подобно тому, как огонь закаляет сталь и отделяет золото от шлака. Этот религиозный идеал известен нам по знаменитой книге Фомы Кемпийского, а в сжатом виде он представлен в тексте краткой молитвы, сопровождающей немецкую гравюру на дереве 15 века с изображением Христа, несущего крест. «Господи Боже, даруй мне силы терпеливо вынести все скорби и беды, подстерегающие меня, одолеть злодейство, искушения и соблазны и восторжествовать над кознями дьявольскими». Темы крестного пути и подражания Христу были продолжены Босхом в нескольких композициях, посвященных страстям. Самое раннее из них – это, вероятно, коронование терновым венцом. На плоском, лишенном глубины серовато-синем фоне, с предельной простотой скомпонованы крупные поясные изображения жестко моделированных фигур Христа, облаченного в белые одежды, и четырех его мучителей. Один возлагает ему на голову терновый венец, другой рвет его одеяние, третий с издевкой прикасается к его руке. Все это не производит никакого действия на Христа, который, как в мадридском несении креста, словно не замечает своих палачей, устремляя спокойный и даже благостный взор на зрителя. В том, что фигуры изображены по пояс, в их расстановке на одной плоскости, лишенной глубины, чувствуются характерные черты раннефламандской религиозной живописи, ставшей особенно популярной благодаря произведениям Хуго ван дер Гуса и Ханса Мемлинга. В соответствии с теми же образцами, коронование терновым венцом, находящимся в Лондоне, представляют эпизод из Священного Писания в неисторических реалиях, как событие вневременное, как торжество христианских добродетелей во враждебном окружении. Такая трактовка темы подражания Христу была, очевидно, очень близка современникам Босха, чем объясняется создание второго варианта этой картины. Оригинал не сохранился, но до нас дошло не менее 7 копий. И эта вторая версия, в свою очередь, привела к созданию на ту же тему крупной масштабной композиции, ныне хранящейся в Эскориале. На ней фигуры вписаны в окружность на золотом фоне. Христос сидит на переднем плане, как и в других версиях, глядя на зрителя, но на этот раз его сдвинутые брови свидетельствуют о том, что он испытывает страдания. По сравнению с предыдущими вариантами, изменились и движения его мучителей, обретшие яростную динамику. Рукой железной рукавицы краснолицый ощеренный латник разрывает одеяние Христа. Другой воин, опершись одной ногой о постамент, на котором сидит Христос, собирается еще глубже надвинуть терновый венец на его чело. Третий же, выглядывая за спины второго, наблюдает за действиями палачей, явно поощряя их. И этот живой, злорадный интерес контрастирует с холодным безразличием двух мужчин слева. Мучительство Христа приобретает космический масштаб благодаря тому, что вокруг самой картины в технике Гризалия представлена вечная битва ангелов и демонов, нескончаемая борьба добра и зла. Злорадство и враждебность мучителей Христа достигают почти истерического накала в последней из этой серии картине Босха «Несение креста». На этот раз изнемогающего под тяжестью креста Иисуса сопровождает Вероника, апокрифическая фигура, не упоминаемая в Библии,
женщина, которая оттерла пот с чела его, чьи черты отпечатались на ткани, создав нерукотворный образ Спасителя. Справа, в верхнем и нижнем углах, вновь появляются приговоренные к распятию с Иисусом разбойники. Вокруг этих четырех фигур клубится множество отвратительных лиц с разинутыми в глумливом предвкушении казни ртами, оскаленными зубами, вытаращенными глазами, и кажется, что все эти искаженные безобразные рожи принадлежат не людям, а демонам, что это совершеннейшее и полное воплощение всех грехов и пороков, когда-либо пятнавших человеческую душу. Нигде еще Боск не придавал человеческому лицу черты такого гротескного уродства. По мнению некоторых историков искусства, его могли вдохновлять гротескные наброски Леонардо, но вполне вероятно также, что он обратился к опыту нескольких поколений немецких художников, запечатлевавших мучителей Христа именно с такими чудовищно деформированными чертами. И в этом коловращении зла непостижимо спокойными и отчужденными остаются лица Христа и Вероники. Глаза их закрыты, и оба всматриваются скорее в то, что предстает их внутреннему взору, не обращая внимания на творящуюся вокруг вакханалию. Губы Вероники даже тронуты чуть заметной улыбкой, в руках она держит покрывало. И вот с него-то, как ни странно, умоляюще смотрит на нас проступивший на ткани лик Христа. Удивителен контраст между Иисусом и двумя разбойниками. Нечестивый огрызается в ответ на брань и насмешки своих мучителей. Благоразумный, похоже, остолбенел от того ужаса, который внушают ему слова сатанинского исповедника. Оба – люди из плоти и крови, еще всецело принадлежащие бедам и горестям мира сего, тогда как Христос уже пребывает в горних сферах, куда его мучителям не дотянуться. Он страдает, но все равно торжествует над ними. И всем, кто хочет нести свой крест и следовать за ним, Христос обещает, что и они одержат победу над миром и над плотью. Такова главная идея цикла «Страсти».